Проекты «Музыка для всех» и «Юные таланты Арктики» развернули работу в северных районах республики. В эти дни в Ивано-Бнантайском Улусе преподаватели высшей школы музыки прослушивают талантливых детей и ведут курсы по повышению квалификации для учителей музыки. Здесь очень много талантливых детей, и очень жалко, конечно, что здесь нет музыкальной школы. Это абсолютно большой пробел, и мы очень надеемся, что в ближайшем будущем может как-то власти воздействуют открытию музыкальной школы в этом регионе, потому что этот регион очень самобытный, очень достаточно со своими традициями и со своей культурой.